Рядом. Она с этой машины вышла тоже. Ну, таксист, кажется, пригород на линии ходит. Чисто шпанды. Вот она вышла. Вот там идет, да? Да. Камри сын. Кто-то еще подходит? А как вторая камера открыть тебя? А подожди, пусть выедет машина. Вот эту девушку покажи. Благодаря оперативным действиям участковых инспекторов полиции, в Павлодаре задержана 33-летняя мать, оставившая малолетнего ребенка в опасности на морозе. Так, 26.11.2020 года в 20.40 часов в полицию поступило сообщение о том, что на скамейке трамвайной остановки автовокзала в городе Павлодар обнаружен мальчик азиатской внешности в возрасте 8-9 месяцев. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на ребенке обнаружено не было. Незамедлительно была составлена ориентировка по малолетнему, разосланному во все территориальные и приграничные районы. Отрабатывались все ближайшие улицы, проводился опрос очевидцев и свидетелей. Оперативниками и участковыми инспекторами полиции была проделана большая работа в зимних условиях. В результате оперативным путем участковыми инспекторами была установлена автомашина Toyota Camry под управлением 32-летнего павлодарца. С его слов было установлено, что посредством мобильного приложения InDriver он занимается перевозкой клиентов. В этот день из города Семей в ИКО в город Павлодар он привез женщину с ребенком, где по приезду оставил ее на автовокзале. Потребовалось чуть более 2 часов, и подозреваемая женщина была задержана. По факту оставления в опасности начато досудебное расследование по статье 119, части 1 УК Республики Казахстан.